Иди туда, где ты живешь! Зачем ты сюда пришла? Проститутка ты ебаная! Кто ты такая, блядь? Урода ебаная! Они, получается, заплатили за газ, там около 40 тысяч было. Мы договорились на полгода, они прожили больше полгода, они платили мне больше деньги. Потом я когда пришел гореть за деньги, они сказали, ты нам все равно должен. Они сделали от себя, ну, в моем доме ремонт. Потом начали соседи мне звонить, говорить то, что они начали плохо себя вести. Там я начал выселять, они не хотели выселяться по-хорошему. Теперь дошло дело до суда. Я пришел туда один. Мне позвонил сосед, кого-то опять приди, посмотри. Тут они опять дебоширят. Я пришел. Они выползли всем хором с моего дома, получается. Начали мне, короче, угрожать. Вот так вот в круг меня взяли. Что они украдут моих детей, это раз, и убьют их. И вы их потом не найдете. Вторая была угроза, это на моих соседей. Вот на этого Максима и на его маму. Потому что они угрожали им, что он когда вышел спросить, что вы тут разорались, а человек стоял с ножом. И потом он зашел во двор, и этот человек ему кричали взрослые, их там, цыгане. Давай, что ты давай достал уже, иди режь их всех, пусть сдохнут они, все люди эти русские, типа похереть.